все прожимки давать на портал, а лучше на вулкан оставляется, самое оптимальное. Вулкан появился, все свои прожимки трехминутные, двухминутные сдали, чтобы не спуло это было. Под вулкан, значит, хрипата дает свой Т4, проходит секунд 5, Войд дашь потом Масаку, потом я есть что дам. Сколько там Масаку, 2 минуты КД тоже. Здорово всем. Здорово. Несполин, а ты где? Суманите Исполина, пока не стартанули. Ощущаю, что его нет в сущности. Исполин, ты тут? Он занят сам. Сум. Это Расмус, я на замене, если что, могу пойти ДК. Да здесь я, здесь, чё? Чё ты пугаешь, пацанов? Расмус, у нас РТ 8 часов начинается, а не 9. Я чинился просто. Да-да, я понял, я не про ЕП, я просто... Хорошо. На пул, на Исполина. Ой, на Хрипатова. Сейчас, прям. Поехали. Рюджу тоже держите, не стойте в одном компе. Чуть не встал, бегом. Трэш, цирк вышел среда. Играем по трэшу. Так, я на ту сторону перестану, чтобы хилил людей. Там хилов. Вулкан. Хрипат это 4 давай. Пожимки сдались, все убили вулкан. Войд Сакура. Следующий моя сама Сакура. Он насыпал. Дай Масаку. Оптикс отдай своих тоже. Я дал Масаку, не надо вообще. Все. То, что надо прохилить. Убьем всех металлей, големов. Потом босса исключимся. Сначала големов играем. Саки. Куда бежи? Теперь беги. Портал свищу. Верну нас за хил. В бенях. Ага. Не мало ли, бывало, что взрывались, в первом рейде взрывались. А глыба скидывает огонь? Да. Мобов сыграли? Физахился. Я пытаюсь сейчас вулкан будет сейчас. Хрипат отхватился, это пятое. Вот еще вот. В стаке. Вулкан свищен здесь. Давай Т4 свои. Прохил передали. Масакру сейчас дам. Держитесь. Скать. Даю Масакру. Прохил пореду. Блять, рот.
Ну что ты глыбу не скинул, ну? А она когда была? Сидишь, блядь. Алис, а что тебе не прохилили? Где ты вообще был? Чего не прохилили? Я вот здесь стоял, да. Вокруг, как обычно. Вот здесь стоял. Там я стоял, блядь, на рейс отвлекся. Я думал, глыба скинет, блядь. Да не, я скидывал глыбу уже, ты гонёк. Так эта хрень не скидывается, глыба. В смысле не скидывается? Скидывается она? Там крестик скидывается. Скидывается? Испепеления нет. Испепеления нет, это не тот дебаф. Так, все, значит, я не виноват, получается? Нет. Значит, или все равно виноват? В любом случае, не был виноват. Да-да-да, нет, ты, да. Только лучше. Я не опытный на маге. Что, заходим? Делаешь, что стаки воруешь, по ДПС обгоняешь. Чё? Только делаешь, что стаки воруешь, и по ДПС обгоняешь. Всё, давайте быстренько будем бафа, бафа, бафа. Рыбку кушаем. Точно рыбка жещи. РТ-шка будешь всех намажет. Кроме этого тонта. То что надо? Все, давайте что на пол. Готовьте хаспотики кипить. Какие нароки есть, если ты про это? Исполин готов. Все, под ДБМ пул. Сейчас я комендую его тут. Дон, дай на ДБМ пул. Запущу. Какого огонь стоит сейчас? Портал сущ... Бой. Я поставлю туда огонь. Точно стоят. Так, дичь бэр цирка. Невер бэр оптикса. Так, помогите. Палу по себе обновить баф. И по цирку баф. Приста бафа каску. Цирка прохиваем. Эль, распутаем надо анонсить. Ну, ребят, желательно тотемчики с гимны носим. Они по свою жопу ставят. Ни одной пачки. Ничего прохип. Навер, дай инер, пожалуйста, дрищ. Стаки, вулкан сейчас покутывается, вулкан. Д4 до крипата. Но все равно огонь. У меня влез. Падайся. В ВК не работает такая хуйня, то что баном ты снимаешь каст и сразу разманиваешь. Они вот это вот видно. Лужа, вот это чья лужа? Синолова твоя, да? Ребят, вот. А почему бы вам не отдавать сокры просто на сплит-3 паладины и ДКшка? Отдайте все вместе. Я вижу только КД у хрипата воевал. Кого? Где твоя мана, где твоя, Саша? Причина вайпа, блядь, сейчас было то, что, блядь, убил. Причина вайпа в том, что мы получили кучу урона в мелизоне. Посмотри. Ну, Донт, вот эта лужа убила. Видишь лужицу в мелизоне? У портала, у инфернала. О, лужа, теперь вижу. Синолова, по-моему, твоя, да? Да, лужа, КП, дайте вайпа, да. Не, я спрашивал, его нет. Да его лужа, а то его предпоследняя получается, смотри, на ком была она. Джибосс, ну джибосс его вынес нормально. А перед джибоссом была, получается, где милики подохли.
Это Синалоа. ДБМ пиздеть не будет, ДК. А с Фредди все равно носится ДК. Там все наносило сразу. У тебя лужа была. Хотя не вижу, я вижу он, да потом только идет джимбосс. Смотри, джимбосс, дичь. Так, это не это, вот. А, Синалос, пламя легиона. Квестик послался. После пламя легиона упал бульбастанец, Синалос сам же в этой же луже сдох. Вот, Шова умер. Ну и так далее, и так далее. Это, походу, следующий. Просто вижу, по ДБМ он, да потом идет... Да все, ну сдох, детали смерти. Все, бафайся. Потом Синалоа, да. А, да, на джампус просто вилла уже кидалась, поэтому я не то смотрел. А можно Джиса? Масаку я не давал, потому что висело Т4 и мастер аур. Я не видел смысла давать Масаку. Вот. Ну, вот теперь буду давать сейчас. Блять, ну там уже были все его. С дамагом туго. 4 этих инферно. Короче, это самое. Войд, сдаешь первую Масаку. По команде я потом вторую даю Масаку. Смысл не два в том, что я когда вот на вторых вулканах я давал, она мне не откатилась. Масакра. Почему? Короче, ты имеешь ТД. Джипса, дайте Рокси, пожалуйста. Рокси сейчас. И вулканы спамятся через 2 минуты. Ну, если ты даешь позже, то у тебя и откатывается она позже. На выходе есть. Под вулканы, под выход первого моба, то и мы под выход первого моба. После незыбки... Там 2 минуты когда? Этот, монах. Ну, на next race еще. Я после незыбки буду давать сами. Ты после незыбки, мне до незыбки? Или да, ты до незыбки. Озвучишь, когда закончится, я потом даю сразу. И под незыбкой еще, пожалуйста, будьте добры мастера удалось. Товарищи Плодзина. Давайте, чину. Так, Джиса поставили? На next, когда я целый, просто надо рейд купить. Рокси без прыжка чар, походу. Ладно. Таргет на бафай. Дон, давай ДБМ пул. Половина бахнет, бахнет сейчас. 5, 4, 3, 2, 1. Перед вами Джарацус, элитарский повелитель пылающего легиона. Так, вы декар не дали ГП? Ладно, потом начну сам. Портал сыграли? Можешь идти без портала. Невер. Лутаемся, вулкан скоро. Опсикс там. Ага, вижу какашки. Вулкан. Пожимки готовься. Сверхмора прохил. Там прохил на противоположной стороне. Вулкан, блин, еще в луже так. Дом повернул, как-то непонятно, потом там что-то. Слично здесь. Масаку это 4 дали. Кончил. Даю. Забили быстрее вулкан. Возле големов не стоите. Возле големов не стоите. А начинает ауешь и сразу отходите от него. Добивайся всех големов быстрее. Кастеры, добейте последнего вашей стороны. Стакис, помогайся. Я сейчас ГП нахуй шаманом дам, блять. И шипешкам. Какого хуя?
Мне не лезь этим, я половым. Вовсе следующий шар дашь Масаку после окончания. Дайте портал. Так, это самое. Дичь после портала поднимешь Неврму, на прохил приеду далее. Неврму поднимешь цирка. 4 хила идете. Че, леса тереть. А, вижу. Блин, это когда вижу. Стак. Хоть ты человек упал, а не весь рейд, блядь. Дичь, да, и на полоптиксу есть. Я сейчас бенжарку все падаю. Добить одного мелкого хотя бы, он там, потом второй заклеивается. ДК вышел. Хрипат, отведи от лужи, сейчас портал в лужи появится. Бляха, муха, ну. Слаки. Слаки забрали. Прожали вулкан в лужи, не заходите, милик, аккуратно. Прожимки сдали. Вопси, скажешь, когда закончится твоя прожимка. Кончил. Вторую дали Масакру. Вопсикс. Вступайте, нахватывайся. А там лужа опять, что ли? Я знаю, что там лужа была. А, все. Она же с правого плеча, да? Или с левого да, плеча? Да, он справа от плеча, всегда его отводите от лужи. Для хрипа-то неопытный, так он дэш. Вроде как не звучит-то. Блядь, дичь это... Мне как бы слышится все время дрищ. Так, что у нас по дисплею? Почему я умер, блядь? Умер я потому, что не дисплеили. Кто у нас там по дисплею, блядь, на последнем месте? Почему не используешь? Ну я играю, блин, в вулканы, все это бегаю. Ну как все это переключаться, блядь? Ну давай, пусть люди умирают, да, подкаст, блядь. По баба, я не буду переключаться, я буду сидеть просто на боссе и просто диспелить. На нем сидеть не надо, блядь. Диспелил стаки. Ну, вот и не о том же. Ну нет же анонса да, у ДБМ на стаке. Да я говорю всегда, что. Ну вот ты говоришь стаки, я переключаюсь сразу. Да это поздно. По фокусу. Фокус. Просто путь. Фокус, сейчас. Давай. Ты понимаешь, один маг в рейде? У нас нету магов. Ну. Да я понимаю все. Ну ты все. Дичь занят хилом, блядь. Исполин. Не, я могу помогать. Я как увидел, что вы умерли, я начал диспелить немного. Я буду побольше. Сейчас я зайду, это починить. Подождите, починку мы вынесли. А, все, нашел. Вот я стою в одном месте, чтобы не в этом стоять, не в одном таргете. Вулкан есть в другом. Я бегу сейчас, туда. Смотри как сейчас. Это сделать. Нету жизни, я уже починился, но вот ты тоже это сделать. Да я починен, и мне же Риган нужен просто. У меня 14 минут еще. А, вот есть все, есть уже есть жизнь. Кейлер последнего не давал. Давайте обнуляем бафы. Так, север, кинь СС по мне нахуй на всякий случай. Джимба ССС по оптиксу. Во. Оптиксу. Это пятая пати, хулипал. Антисевер ты по монаху. Вгоны, блядь. Бля, я перезапустил без команды, сорян. Я забыл, что он там не призывает его. Домашний босс, кто? Всех, надеюсь, тут. Портал свечнусь. Свечимся мобов сначала, дичь вышел. Стака. Время прохилим. Готовимся вулкан. Так, а чуть-чуть его вправо по своей стороне отведи. Ой, влево, то есть. Подальше отлужится. Угу. Отворачиваю его.
Сейчас там вот готовимся. Вулкан сочинился. Стаки забрать. Т4, да, и ДК, и Масакла Войда. Пою в твою мать, блядь. Гимн на ХП. Войд закончил? Да, закончил. Твою Масакла. И мы бы очень долго бьем. Килл Меликэмп. Сотя в огне, видите, они, блядь, ауешь, нас пробивают, очень больно. Дичь, подними кимсика. Пока кимсик не вставай, жди ко мне. Можешь встать, цепуха прошла уже. Пришел рез, давай. Кимсика забафи. Стаки. Стаки, угу. Спалин вышел. Там его можно обратно поворачивать. Нормально, пусть и так. На, кое здесь. Уш нету. Бортал сюда. Невер, там инер кому-то дает. Мне не надо, я подрезаю, мне модпот еще есть. Не, мудрищу, может, да. Залили трэш сначала, потом босс играл. Он да. Стаки. Стаки. Дайте по оптик своим. Уже когда? Три гимна на ману, если что есть. Это самое. Эллер, ты ставил то там, нет? Вижу, вон поставил. Все, гимна эти. Дрич долги. Вулкан, 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 вулкан. Мы сейвы дайте. Очень много осталось под мини-зоной, да и Масакру дайте, оптикс. Почему не знаю, пока похит. Я все. Молния. Ну, сука, тупорылая мири. Вот вы видите, нахуй, три боба, блядь, стакнулись, они уешат. Вы стоите, блядь, хуярите. Вы не можете отойти, блядь, на них, когда во время уешки или нет, блядь. Тупоголовые, блядь. Чё ты говоришь, стаки? Стаки были, молния ваншотнула. Там не молния, вошутнула, блядь. В смысле, 17 тысяч, 19 тысяч. Не был, так, что сняли, у меня, yes. У меня еще старый баф остался от меня стаков. Ну вот я упал, у меня с молнией убили. Ладно, хорошо, сорян, сорян. Бьем дальше. Не, ну убил это молния, но... Ну там еще и эти уишли, блядь, стояли. Так. Если не в куче стоят, вам лучше отойти, милики. Стараемся прохилить, добивать. Блядь, еще у нас вся мизона попала. Вот СТПС мне тоже. Пробуем, портал залить. Так, ну как сбивать это, блядь? Бат, ты на боссе сидишь, как сбиваешь. Так. А там сразу прилетело? Ну, стаки здесь сразу цепуха? Мне кажется, там не был стак. Не, мы до 60-70% просели от големов, а потом нас всех лужей. Это резало молнии. Да, да, вот так было. Ну, то есть это бит был без стаков, потому что мы... Так обычно, был, обычно это было. Топим по боссу. Под вулкан Геру дадим, если что. У нас уже ходы на Геру. А, Геру без команды, понимаю. На вулкане на прошлом, да. Вулкан, так. Свечите, свечите, вулкан. Припады Т4, давай. Стул, забавляйся, нахуй. Еще пару вайпов, блядь. Сделаю его, нахуй. Второго рейда не буду, пока не соберу нормальный состав. С этим, блядь, не хочу сидеть, блядь, гореть. За хуйню всякой. Кстати, это, Саш. Стой, фокусируйся на хиле просто. Я по анонсу сел. Я понимаю, как это сложно. Рыбу. Да, естественно, видно.
Только вот Т4, она чем-то. В общем, это самое. Товарищи милишники, если стоит один моб, его можете спокойно бить. Если там три моба стакнулось, это очень опасно для вас. Если там двое из них будут ауешить, это вам ГГВП. Имейте в виду. Один моб стоит, пофиг, вы лупите. Так, приоритет. Если возле босса даже находится три голема, лучше отойдите. Лучше вы будете живыми, но не подамажите чуть-чуть. Все, давайте. Вообще на пол. Сейчас с вами ПП забахну все. Все, извините, что там наехал на вас. Кого-то. Видишники. А нас первый раз, да, так же убило, как их сейчас. А ты невер не милишник, так что тебе пофиг. Гуд еще не хватает. Кенроки обиделся, мне кажется. Войд и Гудлик чего не хватает. Все готовы, давай топаем. Все. Исполин. 5, 4, 3, 2, 1. Перед вами Рацу! Это самое, что я еще хотел сказать. Войд, всегда озвучивай, когда заканчивается массакр. Хотя бы одну секунду. Я уже был готов чуть-чуть. А следующего же мусаку буду подкат убивать. С личным спортом. Ворота сверли. Боб заливаем. Вулкан, готовьтесь. Ребят, Геру не сдаем, Геру нам чемпов оставим. Сейчас чувствую, убьем, нормально. Бат и Войт, нажмите прожимки на вулкан. В смысле, ауешный сейф. Бат. Стаки. Все, прожались танки. Как сбиваем? Все, отлично. Закончился, Войт? Три секунды закончится, готовьтесь. Шо? Закончилось. Хилы прожали, хули пава оба. Ну, четко вообще, молодцы. Нормально так играли. Всегда так делали. Ема, молодцы. Ну, не совсем. Так. Там лужа, милики. Становимся, стойте. Не соединяй нас. Ребята, если ты видишь, у тебя лужи, сыграли. Пофиг какой стороны, просто отведи от лужи, все четко будет. Угу. Стаки, помогите? Угу, все. Тебе сызло, что я заметил. Следующего у Канки раздаем. Да вам просто. Все, врач ко мне пишет. Все, пусть подождет. Конечно, покимщика. А кошем скидывается? Да. Да. Мобов быстрее, вулкан скоро. Мобов, ребята, мобов сыграли, точно. Готовьте прожимки себе, танки. Стаки. Вулкан залились. Что надо далеко? Секунду. Кончу. А, у меня какая еще. Сейчас нам подкат. И должно быть 3 секунды еще. Все. У хрипотова закончилось. Прожмайтесь. Да.
Тыщимся голема быстрее. Это черепочек-то играли? О, Квель, сам вставай. Квель, сам вставай. Так. Вас пусть отдыхает. Почему он дамажит? Еще стаки мана нету. Гимна ману. Даю. Сейчас выхиливаем. Донт. Успеем до вулкана. Должен успеть. Попал свечность. Сыграли. В принципе, можно. Сейчас, если будет процентов 8 останется, будем утопить босса. А если процентов больше, 8, то лучше. Там локи чутко побанят. Они не банятся. Они ему банят. Штаки, босс. Алер, беги. Заливать или нет, или босса? Ну, босса, бейте босса, босса, босса. Забили на зубов, босса играем. Все, по боссу и топ. Не дам. Подведи, пусть они накливаются. Зачем ты их увел оттуда? У нас, блин, по урейду миликов, ты его мобов с милисоном выводишь. Так убить-то надо босса, а не трэш. Ну да, у нас клиф есть. Кинроки. Просто прожимки сейчас остаются на плане. Там, да. Стаки. Это 4 декарка, по 1. Да, сокрыл. Да, да. Как на заказ. Зачит Альянс, уйдите. Бля, нихуя не выпало. Не знаю, просто что должно было выпасть. Пап, тебе же не нужны штаны, правильно? Отойду на одну минуту. Фимсика, а уйдет финалов 30 раз зайдем. Так у нас тут что за ГП? Вообще, что значит за ГП, блядь? Списываешь штаны на хапало и на халяву хочу. Нет, так не пойдет. Интересно, Паршотчик выиграл штаны эти? Конечно, выиграл. Это ж, блин, не о чем штаны. Мне кажется, вряд ли. Так, у вас у двоих нету приора на ролл. Как? Ни у Война, ни у Синдовы. Ну, у меня больше. Просто пар. Не, у него получается, смотри, у Войда есть какой-то приоритет, у него 960. Ну, мейн, хотя какой это стоит спек? Ретрик? Да. Все, значит, давай Войду. Он ролл просто больше кинул. Просто я порол, а там больше, все, какая там разница, что там? Не-не-не, мы же отказались от этого. Он имел в виду серый ЕП, да? Ну, априори... Да, у вас в обоих серых ЕП просто порол отдали, да и все. А что, когда серые паролу дают, не по ИП, ГП? Нет, должны быть, если бы у кого-то из вас был бы белый, а у другого серый, отдали бы тому, у кого белый. Даже если бы у тебя было бы больше приора. А если у вас серый, то так у вас одинаково, то просто поэтому отдали все паролу. Ну и, соответственно, ГП ты получил за шмотку. ГП это в любом случае будет. Я такого не видел, что типа если серый, то паролу шмотка. Ну, цирк, гудлик... По 5K. Поводу вебинов мы говорили, что ханты тем, кем бьют. Так, сейчас я. На успех. Я на мой успех. Я в туалет отойду. Так вы вроде избавились от этого. Мейн спек, оп спек. Нет. Они оба серые, да. Все в правилах написано. Что, серые по ролу, да? Как говорили, или как? Мы избавились от этого, Саш. Это на хода просто действует. В смысле? Я нет, просто... они избавились от этого в плане, что офспек 50%. Нет, мы типа вообще от всего идет. Избавились, что типа ты можешь ролить на офспек и на мейнспек, какая разница по трёх. Со званием, мы же обсуждали это. Ну, звание берсерк есть, он получает это самое. Вот. Мы же говорили, это типа самое. Звание берсерк, типа 10к ВП. И они имеют право лутать шмотки на офспек, как на мейн, кроме триник, пушек, Т5, ну и токенов, соответственно. Остальные шмоты не могут забрать на офспек. Ну, то есть Войду, отдаю. Ну, если хочет, пусть отдает. Не, ну он же кинул.
Ну, у меня там какие-то 45-е, что-то беспонтово. Ну, хорошо, пусть забирает. Ну, то есть, по правилам, он имеет право забрать. Так как вот, да. Вот Винка и у ветерана есть. То есть, ну, есть мой пароль. Твинк ветерана. Если вот хочешь, можешь мне отдать. Ну, я в них нуждаюсь, если что. Я 226, что не знаю. Ну, давай, давайте я отдам. Наныл! Наныл, учитесь, блядь! Вот так вот и надо. Ну, и ГП снимай сюда. Да, да, давай. Не, в смысле не давай, я хилю, я. А то мне пишут уже, типа, вот, блядь, все шмотки отдают. Ты понимаешь? Вызывайте этих пищуков. Вызывайте, бой. Все, вызываю. Дон, сними, пожалуйста, за ГП и начисли мне. Не пиши на эту хуйню, блядь. Не, Войт, если честно, ты правильно сделал, то есть ты играешь танком, и да. у тебя ретрик. То понимаешь, я могу хоть кем играть. Могу сейчас как-то за хила, могу в ретрика. Почему как 408 кпшки? От этого копыта не умрет. Так сам это закроется. Похую вообще. А опера чем умрет? Блин, лично мне главное сейчас фальки рубить. Думался, фашист запустился, вы чего там? Слава Альянсу! Так, смотрим, кто у нас там. Варрога. Ну, это понятно, это понятно, что Варрога. Там же те же самые. Помечаю уметками нашу любимую. Так, кто у нас там, Душка Череп? Маг. Плюс Саблан. На Саву похер, как бы нам дамажит сильно. Больше дамажит вот череп и квест. С чего начинаем? С квеста, да, направо идите всем. Так, чинка. Так, Оптикс, давай, короче, так договоримся. Я пока хилю соло. Если будут проблемы, я тебя позову. Да лучше сразу вдвоем идите, бля, я сдохну там. Да я ж тогда соло хилил нормально. Мне просто инер заливайте, пока даю все. Что открывается четвертый баул, а мы еще и ВК не принесли. Непорядок. Нихуя ты зеваешь там. Да? Так, опасная моба милишная. Это печенька, квадрат и трусы. Тем более там три милишника, поэтому я соло вытащу танка нормально. Так, по контролям. Поехали. Значит, играем первого мага, это крест. Значит, сделаем так. Черепок у нас ханта вражеского контролить будет. Давай Невермун. Ты его кидаешь в вихрь. Три вихря. После трех вихрей я хочу от Джимпаса увидеть фир. То есть после трех вихрей ты кидаешь ему фирок. После фирков опять с вихри по черепу. Ну и там уже крест должен к этому времени упасть. Это в кого еще раз? Это в черепок. Хантана, чтоб он вас не шотал всех. Потом крест умирает, ДК подгрипывается череп в рейд и начинается в череп играть. А нет, стоп. Давайте лучше, наверное... Да, в череп будем играть. Лока просто косы сбивается, лок не сильно шотает. Так. Севермун. Севермур, то есть. Твоя основная задача контролить вражеского локовского пета. И вызовите, пожалуйста, собак. Тоже в наши локи. Так, идем дальше. По дальнейшим контролам. Дичь. Если вдруг чего срывается рога, ты по роге кидаешь ветерок и корни по КД. То есть три корня и три ветерка. Дальше. Рокси шипаешь печеньку, овечки кидаешь. Так, кто у нас еще там контролить может? И шаманизм кидает в лягушку, еще помогает, если что, печеньку. Так, помогает еще Кьёльт и Эллер, если что. Так, шипешки у нас снимают дебафы, которые цель вы бьете. Ну, все, в принципе. Сейчас смотрите, как начинаем. Так, начинает у нас... Вот, у тебя есть големыщит? Конечно. Давай, одевай, будешь танчить. Я тут уже танчу. А ты где стоишь? Не вижу, что ты там где стоишь. А вот, вот. Где ты стоишь? Вот я бегу. Все,
Все, давай, давай. Хрипаты, давай, наверное, ДД спекай, если ты нам не нужен в танке, в принципе. Потомажешь. Я тебе сразу скажу, лучше второго хипала сразу дай сюда. Потому что, блядь, я уже танчил, их три милика отрывают, блядь. Ну давай, Оптикс, подойдешь ко мне. Сюда иди. Только выруби протауру. Выруби, выруби его. Вот. Я поставлю, а себе, ну, чё-то на меня не садились. Все, ты там потанчишь, так. Дальше, значит, по гриппам. Первый гриппает у нас, давай, Ондо. Ондо крест начинаешь гриппать. Второй грипп дает... Ну, хрипаты в сапоге есть. Хрипаты, ну, давай, хрипаты под, собак, ой, под сапогами. Ондо второй, третий синалово, короче. То есть, ДК дается, вейт втягивается. Это крестик, который метка. Все, давайте на расстоянии гриппа стать, по местам стать. А Таша, кому косы сбиваете? Так, вот, сядешь, если что, на ромбик. А, второй рога недамаживающий, который рвался. Ты, если что, сядешь на любого хила, если они подойдут в рейд. Это у нас хил там шаман. Лучше на шамана сядь, наверное. Там шаман нормально будет хил. И по возможности тоже сбивайте косты по хилам. Хрипат, ты сядешь туда на, не знаю, на хулипал, наверное, тоже косты покикаешь. Все, давай, включи на пол. Главное, законтрольте черепок, чтобы вас не расшотал он. Именно тряпок. Все, все готовы. Уайт, готовься. Ты первый влетаешь. Так, дай на пол. Давай на пол. Хрипат, обойди еще там правее, чтобы ты нормально вытянул. А, ты же по сапогам точно забыл. Поехали. Вытягивай. Так, на меня сагрились. Оптикс, за баблись, заготовься. Баблись. Все, топим. Чигеру дали, топим по боссу. Маз здесь пол. Дикайте. Дикайте в рейд. Я даже не успею добежать, наверное. Успеешь, ты, беги, беги, беги. Сову запинывать она тут. Да, сову пошли. Грипп, контролим. Вот, попробуй, ДКшки оттягиваем, трапу поставить, дамажим, просто дамажим. Вместо совы нашли ромбик тогда, раз все здесь, и в него сыграли. Он опасный совы. Катим. Ромбик тяну. Ромбик. Все свеч на ромбик. Катим, ребята, не стоим на месте, катим, у вас милики сидят, катим сразу. Расконтролим мобов, дичь поднять. Джимбаса. Корни помилишь, не вижу, блядь. Где вихрики? ДКшку главное. Все, раскачивайте, все. Блядь, роги попадали. Сейчас раскачу. Невермун, подними Джимбаса быстро. Джимбас у нас там фиряет. Ну, прохил Мирмун, кинь в мишку, попади. Кого убьете сейчас, Рондонт? Фиолетовый. Вот в череп, вихрь, киньте, я не вижу вихрь по черепу. Хрипаты Фир по черепу. И Синдова. Забирайте по одному милишнику. Хрипаты, забери вара с рейда. Синдова, ДКшку. Просто грипп оковы. Не того контролика. Кто, блядь, под... Не поднимайте око. Долбоп, блядь, пожалуйста, сука. А потом черепок? Да, в черепок поиграйте. А потом черепок. Что там, скоро будет лоб? Да, только падает. Пружинки, давайте тоже. Так, Север, ты кого фиряешь? Собаку. Я понял. Пофиряю сейчас вара. Не, лучше не вара, ДК пофиряй, а опять сам Ред и кто-то нашел. Череп сыграли. Войд, пофиряй собаку. Может оттянуть черепок от этих миликов? Милики к нам придут все равно. Просто лужи стоят, через лужи катите, по кругу ходите от них. Черепок играй. Дай массаж. Вар крутится. Дай массаж. А где собака, я что-то не вижу.
Иннер, дайте по оптиксу. Дичь, дай. Давайте я на шлане посижу. Давай. Давай. Просто сбивай косты по фокусу ему и все. Угу. Вар, верните. Оп. Сейчас самостану. По паладину контроль нужен. Тоже хилит много. Вообще, скажите, катя, 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 баба, боба, боба, блин. Давай. Нет, нет. Закатил. У меня хан сел просто. Ну, заебись. Корни обновляем БКД. Мозг диспо. Че, абсурд упадет, блядь. Меньше смотрите, не сбивайте контроль. Блядь. Просто так. Ну не стойте возле милишных мобов, ребята. Катите просто пока. Оптикс на тебя сидит там в кате. На тебя сова и вар сорвался, нормально. Черепка в трусы играет. Дармы дайте там по ДКшке. Блядь, север труба ебало. ДК контролит сейчас. Максимум контрол по ДК, потом по трусам будете контролить. Кого после черепа? Трусы. Сову надо. Сову давай, сову. Рогу расконтролить можно. Сову будем играть. Луна. Луна бьем, ребят, луна. Сейчас хрипат вот хилю. О, хрипат, ты катите, ДК, оцени его, деда, вы катите его. Все, тебя побьет. Рог сикать. ДКшки, ДК кидали оковы по Роге и по ДК квадратику. Друга встань, кончился стан. Я бликанусь. Контроль раздавайте. Руки бьют. Печеньку следы вытяните, ДКшка, если откатился у вас. Либо трусы. Дизарм по вару, по возможности. За мной пошел. Рокси, бол. Дал. Нахуй. Эй. Товар на меня сел, сейчас покачу вару тоже. На квадратике дотки есть? Фулл стамп вару. Дичь, по вихрю сейчас лучше ДКшку, наверное. Массакру, да. Это это сам квадрат. Дичь аккуратно. Диспельте ходки. Ходки диспальте, да, пристыли. Спалим. Диспал барксин. Там нету их. Зачем ты говоришь об этом? Просто лишний раз отвлекись на пять минут. Еще застанет. Миша сам дам. Так, после луны в трусы будем играть. Сколько там процентов луны? Один. Все отлично. Трусы играем? Трусы. Всё, угольник. Понял, урок. Мастина. Ну все, там хрипат из ДКшка развлекается, пусть развлекается. Танчи хрипат, я тебя похерю. Ну все. Эллер, покикай, пожалуйста, коты, там уже, в принципе, за хилу не нужно особо, хилу, любому хилу. На паладина сядь, а куэльт сядь на Растрашмана. Припад умирает, что-то. Припад уже здоровый. Любой приз дайте по хилам фир. Ну, это в ДЦ и в этого выхилу все. Эллер, киньте по кулипалу, пожалуйста, монаху, если есть возможность. Там по трусам у нас падают трусики 30%, потом по печеньке скрыл. Так вот Рокси контролишь, а потом тарелка прилетает.
Рокси, тут даже вар мобли стакает раскол. Так, что дальше, печенька? Давайте, давайте, да, печеньку тут. Да, печенька. Смотри, смотри, нам не стакается, да. Это ученик мой. Сейчас варвар расколба стакает. Рокси, попроси меня этого. Давайте возьмем NPC в рейд в следующий раз. Он не я у него, блядь. Я лучше его буду, я лучше... Как его зовут? Крушитель, я лучше его буду брать. В следующий раз вот ФГ спамим. Нарок крушитель. Да мне есть чумана, еще под ресурсом переживаю. У меня чумана пока есть. Видишь, уже 30% мало. А что ж там монопоты, блядь, такие дешевые? Так они на Долгороде, блядь, через каждого монопада. Да не, там за костики, я так понимаю. Ну, за сумму. За кильдонас падает. Там сумки с рулетки в основном они. Да, там штук по 20 падает. И куда я раньше помню. Они стоили там по 30, по 40 было, эти монопротики. А они теперь намного чаще выбиваются, поэтому упали в цену. Хилки там вообще дешевле голды, наверное, стоят. Про шамана пейте. Потому что они бесполезны, их никто не юзает. А, да, давай чистить. Да. Не, ну в пол поюзают. Ну давай шамана бьем, чё ли. Ребята, а что за пиздюки бегаю с тобой? Ой. Это не его. Бля, завтра четверг, да? Да. Катя, помогайте. Рокси, блядь, никто пизды не получает, кроме тебя, блядь. Сразу а-а-а. Ебало, блядь. Сейчас надо 50 на 50 делать. Стараться. Да-да-да. И потом идти сразу в маги игру. Или что я сделал вообще? Если не понял, то не... Ой, может завтра по чирику? По обычкам. Шучу. Ну, блядь. Водичка можно было сгонять. Так, я сейчас мне в ручке написал. Парель там, пожалуйста. Там, в принципе, уже тут бить некого уже. Да тут просто ФК может стоять уже. Да? Слава богу. Ну, танку. Равно ходки. Вон, смотри, блядь, дохнет, как всегда. Я сражаюсь один. Я посмотрю на каком-то месте там по ДПС. Ой, я вообще не бью. Я вообще такой. Давайте полипал. Ой, не тебе. Не любишь розовых? Отлипаю. У меня уже каска с кулаком заканчивается, 2 минуты осталось. Да надо полностью ребафаться после чем похо. Ну давай я пацан еще расстраиваюсь. Вот. Угу, стоп ДПС, да? Блять, кто меня вернул? Парашка. Ну то, что вначале попадали кастеры, все. Так а где? Там попал... ты говорил, что там 10 человек реально приходит? Да, там статики все. Там сильные игроки. Плюс там режим... Они не свалят, если ты двух-трех не возьмешь? Честно, похуй. Ну, свалят и свалят, какая разница. Че, мне каждому, блядь, все завытирать все. Ну, хотелось бы. Да, только играть тебя, Никитосик. Так, короче, смотри. Плюс еще люди от Мэриджейна, у них там гильдия развалилась. Там тоже есть хорошие игроки. И оттуда еще возьму пару игрочков. И можно крепить нормально строй состав. Спокойно закрывать майки лоха. За мной жаба гонит. Если я не буду проходить по ДПС, я не расстроюсь. Кто ты? Во втором рейде? Да. Я буду не против. И так всю неделю уже, да? Каждый день. Ну хорошо, что бывает. Ну я про это же.
все недели РТ плюс арена. Бля, может, слушай, было зачем на твоего майна ГП меня начислить? Ты что ты хуйню пишешь, мне? Наверное, лох пишешь. Он тебя на стресс, походу, тысяц. Я тебе сказал, когда будут размуты. Когда будет? Ты ему сказал, с тебя там 1000 рублей? Вот именно. 300 бакс. Fucking slaves. Не, это акула в белорусских рубликах. Так дохуя. Ой, мне сервис, а не помню. Можно свою страну купить. Можешь свою страну купить, блядь. Так, Вой, ты сколько у тебя блока? Ты там все собрал, да? Да. У тебя 5-200-5-300 будет? 5-500. О, скоробей. Видишь, ничтяк. Ну, ты спляй, пожалуйста. Я не думаю, что ману будем трейдить, потому что у нас ДПС нихуя нету. В смысле? Это похуй на ДПС. Там, блядь, ну, да, там не в ДПСе дело. Думаете? Ну, сейчас посмотрим. Там точно не в ДПСе дело. Там прохиливать надо аккуратно. Но мы просто сейчас не дойдем за этой перекопки даже. Да. Чего не, блядь, что ты... Что ты мелешь там нам? Слышишь, Бёрн... Ладно, извините, пожалуйста. Кто там, блядь, начал пиздеть? Это... Как тренер. Бёрн, а вот эти штаны кольчуга нахпало нормально? Ну да, МП5. Такие, ну, же, как те, только там. Ну, тут вместо крита МП5. Ну, в принципе, нормально. Если у тебя 245-й есть крит-хаст, то лучше оставь их. Да, если 245-й крит-хаст, лучше оставь. Если у тебя какая-нибудь чмошная, то эти возьми обязательно. Ну, эти тоже хорошие. А, ну там Келл, тем более. А это самое... Чё, кому спекаться в танков на этих? Кто? Шова... ДКшки есть что-нибудь? Да, у нас Онда есть, танка спек. Давай, Онда... Кто у нас ещё там в танке? Наверное, Шова и Онда нам хватит. Можете поставить джипса? Мне нужно в банке забрать. Шоу и Хонда. Джипс есть у кого? Ай-яй-я. Чё, нет джипса? На шамане нету. Ладно, я тогда полетел за шмотом. Я поставил. Я забыл про тринкет. Джипс был один вайп назад. Всё, спасибо. Да блин, мне сейчас он нужен... Винитесь, кому надо, чтобы потом не просили. Мне он чисто нужен с банка шмот забрать танковский, потому что я не ношу его с собой. О, Джикс. Джикс. Привет, мой сладкий. Так, а кто там справа, слева, сзади? Кто где? Держи галдяшки. Держи галдяшки. Дыш, пойдем в лоб играем. Во что? В Лигу Легенд? А, дыш, в лоб играем. Можно. Только не скачет. ГП за что штуку? Ну, в тел. Кулис. А 937 это откуда такая цифра? Хуя себе. Дворучка. 258 уровня. А, это столько тринкет? Стоит. Да, на столько тинки стоит. Ну да, написано Николай. Типа токены стоят всякие там Т4, Т9, 3, как голова 258. А тринкеты как вэпон. Я с какой стороны, слева ловлю или нет? Ну да, значит, типа. Да, давай ты слева, и он да справа. Я, если что, сзади побегаю чуть-чуть. Ну, выручка у нас же была в гильдии. Ага. Точка, да, был. Да, да. Ну, он ушел по нормальной причине. Потому что вред не брали его, вот, все. Не то, что Шова. Скотины такая. Луну танчит хрипатый. Войт танчит квадратик. Ой, ромбик. Перчик. Я прослушал, кто Луну танчит? Хрипатый.
А рыбку хотите? Хотим рыбку? Не, хуйня все это. Что, надо рыбку, ну давайте поставим. Конечно. Пока чем убили все, весь эпосик на этом. Блять, сука, 5 сантифов спам. Отойдите с рыбы, блять. Так, значит, на браке перепьете фаски на сапроты, когда начнется вторая фаза. Келт, отойди. Не могу тыкнуть, в тебя тыка. Кукуя, Север Морис, на тебе, от тебя будет кровавая твоя сноязыча на двоих у вас. Какого рыбы, из чего перепиваете-то? Велер, у меня муты, не могу тебе ответить. Флибут, блядь, ебаного ладона этого. Блядь, удалил его нахер. А, он же что, КЛК в фласке воспринимает? Да. На пул. Ну, то есть 5 человек на СЛК фласки пьют. Там подрубите огненную кто-то по воде на ауру. Сплин готов? Все, дрон все готовы. Давай ДПМ пул поймали. МП-5 киньте по присту. А что вы принимаете? 4, 3, если МП-5 нет. Спасибо. Обрусить можно? Ну да, наверное. Ну, помню, что обычно с магами происходит. Да, у меня маг не такой. Маг не такой. Маг бедолаг. Маг защищает. Нихуя он не ваш, что, блядь. Что-то пусто было. Да грав. А остали мне что-нибудь тут? Смена цели. Сменили цели быстрее, прожали пустые и долбите ромбик сейчас. Быстрее. Чем на сырке не пропускаем вред. А, да? Меняемся местами. Сбили. Каз сбился. Стой за спиной, а я буду слева стоять. Идем на другую сторону, дичь дашь БР по этому. Аккуратненько переходите, темные сырки не ловите. Ну, блядь, ну куда ты прислетишь? Ну, блядь. Нер, дай БР по присту. Дали. Вставай, Рокси. Сейчас встану. Быстрее, пока, блядь, все... Берите портал, белый портал берите. Ну ты же нас сначала. Стоим, продолжаем бить, ничего не нажимаем. Кто темный ловит, у кого темные сверки, прожмитесь. Не лопай белый. Так, сейчас обнули баф. А то, что надо, тоже обновите баф и касочку там дайте ему. Смотрим, что там там. Темную воронку взяли, темную воронку все просто. Белую не пропускаем в рейд. Шо, рак, блядь. Да шо, я рак. Я родил вас три сферы свою. Ой, блядь. Переходим в другой портал. Вот, накинь там, пока лежишь в КПшке. Что не так? Я три сферы поймал, родился. Тоже не знаю. Ну, вы портал не сменили, вас сложил. Нет, мы в том-то и дело, что его не сменили, и нас из-за этого не сложило, но мы поймали с белой сферки. Нас либо как ложит. Типа, если бы мы убежали белую брать... Продолжаем бить. Продолжаем бить. Сейчас экзекут фаза, потому что, блядь. Как вы дохнете, блядь. Как ты танк дома поставил? Я поставил себя, шоу и... Я справа, блядь. Он, да. Ну все, опасно. Всех сторон забирает. Сверх пролетел сзади. Сверх позабавляйся. Две штуки. Падайте.
Вместо меня просто нужно ватника поставить, который будет толстый жить. Просто не захилил тебя. Нет, там я видел. Танков точнее. Ладно, не расстраивайся, чего сам за. Ебать, 50 на 50. Так, шоу, у тебя ты в танке спеке был?